что там у тебя с кастингом? Да сегодня вообще еле про... Давай, держись там. Так во сколько у тебя кастинг? Что? Ой, он сейчас. До свидания. Привет! Хватит мне так? Когда открою свой театр. Ты как потерянный гонец, так ничего не сделал. Там песни, танцы. Нет, я за тебя беспокоюсь. Что? Ведь есть выход еще из этой ситуации. Привет, привет. До сих пор не могу поверить, что мы сюда идем. Ну, вы маленькие, вы сюда не будете, поэтому меня родители угонят будут. Мы не должны проворонить наш шанс на непоразимый. Ну ладно, признаю, я тебя помню, в прошлый раз я был резок. Резок? Велся как дурак, признаю. Но вести себя так, это слишком перед серьезными музыкантами. Сказать перед серьезными музыкантами? Как странно, что мы все время сталкиваемся. Да, и правда странно. А может, это знак? Вряд ли. Да, ты права. Брайан, это кошмарная идея. Что значит долгий? Ну ты снова будешь долго со своей группой. А ты как думала? Я не думала, что будет успех. Будешь 10 рублей. А Жена, послушай, ты же знаешь то, что моему театру «Танцуй пой» приходится не сладко, но появился свет в конце туннеля. Я знаю, что это такое. Ты серьезно? Эй, ребята, может, вы знаете меня под другим именем? Вы знаете меня как звездную принцессу. Кто? Ну, звездную принцессу, красавица. I'm a bigger problem when I click the sprint. Kicking in the door. Конкурс танцев, чтение, приз. Capital murder, capital letters. Yeah, she catching my vibe, but she can't fathom my chatter. Need a couple gang members for these new endeavors. From this point on, anything we do together. Я кое-что придумала для твоего театра. А почему он называется «Танцуй и пой»? Ой, я опаздываю! Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't...